12 наград – итог выступления подопечных Лианы Курбановой и Руслана Агамирова на турнире по спортивной гимнастике в Нальчике в честь призера Олимпийских игр Елены Продуновой. Чемпионами стали Сабина Яралиева, Джанет Миримова, Марьям Наврузбекова и Абдусалам Джамбулатов. Серебряные медали в активе Амины Имакова и Мухаммада Гаджиева. Третьи места заняли Марьям Магомедова, Хадижа Мирзамагомедова, Джамал Магомедов, Исаак Гордаев, Зияуддин Рамазанов и Курбан Исмаилов.